Добрый день, меня зовут Третьяков Никита. Писать я начал с 3 класса, пишу стихи, рассказы, сказки. Мне это очень нравится, и я хотел бы сегодня поделиться с вами одним из своих произведений. Ветер. Осенняя аллея, по ней гуляет ветер. Знает он все в мире, всех, кто живет на свете. Он почти невидим, у него нет лика, и порою ветер воет очень дико. Но мы слышим только, это воет ветер. Все мы слышим это, взрослые дети, как печально ветру. Он везде проходит, а место свое в мире никак он не находит. Вот решил однажды показаться в свете. Во дворце сказали: «Ах, проклятый ветер! Дуть на корабли морские вдруг решил он, но у кораблей теперь на борту машины». И сказал тут ветер: «Нет утешенья, кто бы подсказал мне верное решение?» И с тоскою ветер по аллее бродит, места своего он в жизни не находит. Вдруг увидел ветер в домике малышку, она громко плачет, пропала ее книжка. Нашел наш ветер книжку, лежит она под стулом, и тут же к ней малышку рукой подтолкнул он. Малышка закричала: «Спасибо, добрый ветер, нашел ты мою книжку, ты лучше всех на свете». И ветер окрыленно вознесся в небеса, нашел он свое место, стал делать чудеса.